В среду вечером в Иваново состоялся пикет за вступление Украины в Евразийский союз. По мнению пикетирующих, под крылом России бывшей республики будет лучше, нежели в Евросоюзе. Подобные акции прошли в десятках городов России и ближнего зарубежья, и в том числе в самой Украине. Однако братский народ незалежный не в восторге от перспективы вступления в Евразес. Ивановские активисты уверены, все это тлетворное влияние Запада.